Едут по пустыне два армянина-инвалида-колясочника. Тут один из них находит лампу, начинает тереть, вылез джин и говорит: «У вас одно желание на двоих». Они думали-думали и в один голос: «Мы хотим ходить», а джин им говорит: «Так как желание одно на двоих, будете ходить по очереди». И дал им морды.